Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! Я развожу звездку. Я ее гасила, помните? Вот. А сейчас вот в таком ведре ее развожу. В общем, хочу побелить бухлеб. Погода солнечная, ветреная. Главное, что не дождь. Так, размешали. Погреб у меня очень глубокий. Тут надо как-то побелить все. Мне наш погреб не нравится. Он сырой. Тут тяжело хранить капусту, лук. Картошка хранится, буряк хранится, морковка тоже, но в песке. Буряк так можно хранить, проверено. Вот. И плюс крышки. На крышки очень сильно влияет эта сырость. Сейчас покажу. Смотрите, вот это ранее я занесла, еще ничего. А то, что я занесла давно, ну пусть там где-то пару недель, да, видите, какая банка стала. Сегодня я помыла вот эти тарелки, помыла марли, выполоскала хорошо, положила повторно. И вот такие, а крышки потом вообще ржавеют. Ну, в общем, не нравится мне погреб наш. Так что глубина погреба еще не говорит, что он хороший. У нас очень глубокий, из-за этого очень сырой. Это такой средняя, чтобы была глубина. Вот видите, ой, комаров, сколько комаров прям. Вот им тут жизнь, из-за сырости. Вот они, смотрите, как они тут пристроились. Думаете, я вот это обработаю? Они не будут тут сидеть, будут. И он очень холодный. Он вот сейчас на улице жарко, тут холодно. Это нормально. И зимой на улице холодно, а тут тепло. Тут, ну, поэтому-то по температуре хорошо. В остальном же, ой, бабочки, боже. Ой. Последние помидоры кручу. Все остальное уже будет у нас для еды. Получается, ну, около кастрюльки полной, да? Я думаю, что я добавлю сюда кабачки, потом чеснок, лук, морковку. Это все хорошо стушу и в банке. Ну, будет так макарошка. Макаши, может. Ну, такое можно просто как отдельное блюдо. Так что, кто не любит, что я закрутки делаю, считайте, что я тоже заканчиваю. Единственное, что надо будет компот еще сделать. Вот компоты, да. Виноград, вот это вот все такое. Знаете, для зимы будет самое то. С винограда.
я села. Села немного посижу. Пошла, нарвала вот такие фасолины с цветов, которые многим понравились. Называются долихас или гиацинтовые бобы. Вот такие черные внутри фасолинки имеют. И вот такой кончик белый. Шикарные цветы, мне тоже нравятся. Так, это кто-то у меня со школы идет, пойду встречать. Классно! Ну пошли, пошли кушать. А кто у нас спит тут? Лунтик. Теперь ее с дома не выгнать. Не знаю, почему-то она не хочет теперь на улице. Поменяли с Лёлькой, да? Лёльку не загнать, а тебя не выгнать. А я хотела показать свою бабушку. Это бабушка по маме. Моей мамы мама. А это ее сын, старший брат моей мамы. Он уже покойный, его уже нет. Такая бабуся у меня. Это уже бабушка моя. Когда ей, ну, уже много лет. Лет, наверное, 60. 60, да. Это дедушка. Рядом стоит, получается, в общем, я родного дедушку не видела, он погиб у нас там в шахте, в лаве. Бабушка вышла замуж вот это за дедушку, но я когда родилась, думала, что это мой родной дедушка, он с нами там тоже был, жил. Вот, поэтому дедушка очень хороший был, не пил, не курил, вообще золотой человек, трудолюбивый. Вот, все там строил, все они коз бабушка держали, курей, коз, свиней, в общем, вообще сено, помню, заготавливал, хотя мы в городе жили, был частный дом, и вообще постоянно работал. Вот мама моя рядышком стоит с бабушкой под ручку, а мама держит под ручку, она когда вышла замуж, это невестка вторая моего папы, жена старшего, получается, брата моего папы. Ну, то есть это две невестки. Моя мама и, как же, Галя. Галя, тетя Галя. 10 лет у них разницы. Так, это мне тут года 2-3, наверное, да? Пусть 3. Маме, значит, 23, а ей 33. Вот, а это ж моя двоюродная сестричка. Она на полгода меня младше, но она выше меня на полголовы. И такая крупненькая. Я была мелкая. Вон, шариком стою. Мелочь такая. А это нашла такую фотографию. В черный цвет я покрасилась. Вот я. Черная. Стрижку себе сделала. Так у меня длинные волосы обычно. А это я стрижечку такой сделала. Ну, такая. Стою в халате. Так, сколько мне тут лет, сейчас я вам скажу. Где-то 28, да, не, 27. 27 лет мне тут. В общем, 27-28 тире. Вот так. А мне сегодня пришел подарочек. Теперь уже от моей подружки. Мы с ней познакомились давно, я еще была в Испании. Такой классный подарок, я уже его раскрыла, посмотрела. Вот. Когда мы были в Испании, много с ней переписывались, созванивались, в общем, посылали друг другу голосовые. Вот. Она мне высылала браслетик. Вот такой, сейчас я покажу. Вот. Не один. Это ее подарки, она мне такие вот подарки дарила. Такой браслет, я его часто одеваю сейчас на видео АСМР. Такие вот красивые. Да, вот такая личка еще. Вот. И вот этот подарок она мне выслала. Так приятно. Вот. Так что я ее называю своей подружкой. Давно уже с ней. Как бы выходим на связь и общаемся. Очень-очень приятно. Вот такая вот классная коробочка. Спасибо большое ей за подарочки.
Благодарю. Вот. Так что с вами немножко поделилась.